скульптурах? О, мои скульптуры, представленные здесь на выставке, они совершенно... То есть скульптуры разных лет, то есть это не последние работы, а наработки, которые... То есть те идеи, те мысли, которые мучили меня на протяжении многих лет. То есть и здесь просматривается такая одна цепочка, которая начиналась у меня еще в студенческие годы и продолжается до сих пор. Спасибо. Одна из этих скульптур, которая называется «Троица», она реализована в большом размере. Она стоит и украшает сейчас парк Китая. Вот, она сделана в бронзе, вот, имеет немножко другую патину, другое настроение, но идея та же. Надеюсь, эта работа скоро будет стоять у нас в Минске в большом размере. Приглашаю всех на выставку скульптуры, потому что скульптура – это самый лучший вид изобразительного искусства. Это, как сейчас модно, 3D-графика. Прямо, ну, реально можно увидеть ее. Но она не компьютерная, а осязаемая. А как вас вдохновило вот то, что вы сделали? Выставку? Да. Дело в том, что каждый говорит, я люблю рассказывать свою историю. Каждый рассказывает свою историю в жизни, любой художник. Так и я люблю рассказывать ту историю, которую я четко, досконально знаю. Вот скульптуру я, ну, как бы знаю лучше, чем все остальное. Поэтому про нее готов говорить каждый. Вот уже третий год подряд мы делаем выставку скульптуры, вот третий год я говорю об этом. Спасибо. Как вы уже поняли, сегодня я на выставке скульптуры. Рекомендую посетить музей имени Савицкого в ближайшие 2 недели.